Так, друзья, у нас двигатель, который после пожара. Дошли мы до крышки, которая оплавилась. Сейчас попробую показать. Вот она оплавилась. Весь край. Жесть, короче. Мы ее открутили. Сейчас будем снимать, посмотрим, что внутри. Пробку сняли, масла там не было. Все выгорело или испарилось, непонятно. Так. Давай, родная. Оп. Так. Ух ты. Сальник сгорел. Запах ужасный. Прям горелым таким. Шестеренка, которая здесь пластмасса, расплавилась. Которая на насосе стоит. В общем, такая жесть. Масло, это вот то, что осталось, остатки масла. Такой трэш. Прикипело намертво. Эту половинку нам придется пускать в металл. Жалко, но куда деваться. Так, масло, оказывается, все-таки было. Он вытекло. Когда я так вот переворачивал мотор, масло вытекло. Вот такое вонючее, прям гарью пахнет. Ни с какой отработкой сравнить невозможно. Запах просто мерзкий. Так, насос открутил. Вот здесь болт, который половинки стягивает, открутил. Ну, еще попробуем ее извлечь. Не хочет. Не хочет. Сейчас я сниму, вам покажу. Так, снял. В этой половинке особо запеченного ничего не видно. Коленвал весь синий. Соответственно, я думаю, такой коленвал уже куда-то ставить не пойдет. По-любому он закалку потерял. Уже это, я думаю, чисто металлолом. Не рискну я куда-то его ставить. В общем, такие дела. Еще интересно, конечно, разобрать редуктор. Надо будет посмотреть, как там хотя бы масло есть, что есть. Но здесь вот тоже все интересно.